приветствовали, радовали своим творчеством. Сводный оркестр, образцовый детско-юношеский духовой оркестр «Шарм» и оркестр дополнительного образования «Эрудит» гвардии Дивноморска, город Геленджик. Руководитель Яндулата Привкат Ибрагимович. А также образцовая студия духовых и ударных инструментов Севастопольского дворца детского и юношеского творчества. Мы подошли к торжественному моменту вручения грамот Регионально-ресурсного центра по художественному и физическому воспитанию Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя, Дворца детского и юношеского творчества. Вручается Янбулатову Ревкату Ибрагимовичу, а также вашим концертмейстерам и педагогам. Вручается грамота регионального ресурсного центра за успешную организацию проведения творческой встречи образцовой студии духовых и ударных инструментов Дворца детского и юношеского творчества, город Севастополь, и духового оркестра гвардейцы Дивноморска, город Геленджик, в рамках реализации межведомственного сотрудничества и творческой дружбы между регионами Российской Федерации и в рамках реализации образовательных и воспитательных мероприятий, приуроченных ко Дню России и Дню города-героя Севастополя. Подружные аплодисменты. Примите, пожалуйста, эти грамоты. А также вручается Насонову Евгению Викторовичу, руководителю, главному дирижеру, педагогу дополнительного образования студии духовых и ударных инструментов.